хотелось бы поддержать и сказать что-то теплое, приятное, наверное, всем народам, которые находятся на территории Крыма. В первую очередь, наверное, тем, кто считает себя гражданами Украины. Я просто знаю то, насколько такие люди не сдаются, насколько они идут вперед. И я уверен, что у них все будет прям не сейчас, но завтра здорово.